Первым делом я демонтирую эту старую страшную дверь. Уберу ее и начну ремонт с порога. Плитку я уже заранее нарезал. Показывать, как резать, я ее не буду. Берешь болгарку, ровно отмечаешь и режешь. Работа довольно пыльная, шумная. Это я сделал на балконе. Все, плитка у меня готова. И на работу начнем с порога. Итак, дверь демонтирована. Будем делать порог. Как я хочу сделать порог? Значит, я хочу сделать, чтобы у меня целиком шел плинтус. Вот оттуда с коридора уходил сюда. Здесь я хочу сделать порог. Как это будет выглядеть? Значит, выглядеть это будет вот так. Значит, здесь ляжет плитка. К плитке подойдет плинтус. Значит, сюда встанет дверная коробка на плитку. Вот так. И закроется вот так наличником. И все вот это будет вот так смотреться. Я думаю, что решение очень даже неплохое. Итак, я приступаю к изготовлению порога. Смесь я уже приготовил. Вот. Намешал. А сейчас начну делать порог. Так, плитку я подложил здесь. Так, сюда встанет. Так, плитку я уже нарезал. Сюда встанет вот так плитка. А эта плитка ляжет на нее. Вот так. Вот. Вот так это будет выглядеть. Итак, первый этап завершен. Мы сформировали наш порог. Вот так это выглядит все. Значит, здесь какой момент? Главное, чтобы... Так, здесь смотрим. Было ровно по уровню. И здесь плоскость. Здесь примыкание плиток. Тоже, чтобы было ровно. Чтобы не было провалов. Вот. Так. Ну что, переходим ко второму этапу. Значит, сейчас будем формировать сам порог. Значит, будем ложить и дальше будем ложить плитку. Ну, вот. Так, ну вот я положил одну плитку. Самое важное, первую плитку вывести ровно по уровню. Потому что как будет лежать первая плитка, так и пойдут все остальные плитки. Вот так смотрим уровень. Так смотрим четко уровень. Все, теперь можно ложить дальше. Так. А я обычно шпателем наношу раствор. Вот так. Удобно было бы, конечно, зубчатый шпатель. У меня его нет. Вот так наношу. Так. Самое главное здесь, чтобы клей был равномерно нанесен, чтобы нигде не осталось пустоты под плиткой. Так. Наношу. Так. Наверное, всем интересно, почему я не убираю унитаз. Ну, причина простая. Как бы в квартире живут люди. И пока они могут захотеть туалет, я не буду убирать унитаз. Сейчас положу еще одну плитку.
Подожду, когда все улягутся спать. Сниму унитаз и выложу полностью на ночь. Утром она уже подсохнет, и можно будет поставить унитаз на место. Ну, вот так я наношу плитку. Вот так. Ой, оговорился раствор. Так, пускай его будет чуть-чуть больше, лишнее мы уберем. Ну, где-то так. Берем нашу плитку и ложим аккуратно. Так, ложим. И вот такими движениями чуть-чуть вдавливаем. Так, положили. Берем уровень. Где у нас уровень? Вот уровень. И смотрим, что нам показывает уровень. Так, уровень показывает, что нам нужно чуть-чуть давить вот этот край. Маловато. Профессиональные плиточники для этих целей используют резиновый молоток. Так, смотрим. Смотрим. Ну вот. Наша плиточка лежит по уровню. Так. Убираем уровень. Убираем лишний раствор. Так. И вставляем крестики, чтобы сделать зазорчик одинаковый. Вот так. Крестики я использую 2 мм, 2,5 мм. Выравниваем плиточку. Так. Все. Плиточка лежит идеально ровно. Вот таким способом я положу всю остальную плитку. Итак, плитка положена. Вот так все это выглядит. Значит, вот наш порог. Вот так выглядит. Вот так будет пристыковываться к нему плинтус. Все ровненько и четко. Так. Вот так он смотрится изнутри. Ну, в общем-то, на этом этап укладки плитки закончен. Будем продолжать ремонт. Следующий этап у нас — это изготовление коробов, которые закроют все вот эти страшные трубы. Оставайтесь на канале, смотрите дальше. Я думаю, будет интересно.